на этом курорте уже у всех машины попроще, у жителей. Даже, допустим, ни одного Мерседеса я не видел. Ну да, море близко где-то. Километр максимум. Только нужно сворачивать и вдоль моря идти, потом снова сворачивать. Так. Ну сейчас любителям пива скажу. Пол-литра в алюминиевых баночках. Ну 90 центов стоит. Самое дорогое видел. Евро 25. Вроде Хеникен немецкая. Водка 0,7. 7 евро. А так водка дорогие, они 0,7, 19 евро стоят. Там было написано Украина. Виски шотландская 0,7. 11 евро стоит. Бриллиантин. Не помню какое, но оно. Бриллиантин. Бриллиантине. Так. Ну, променад такой вот. Идет. Вот костел на горе. Если видно. Лина. Наши в городе много, на пляж тоже. Одни пошли по 5 евро вот эти вот гултосы и зонтики заказали, другие отдельно парочки уединяются. Ну это, ну в смысле литовцы наши. И мы тут решили еще дальше пройти. А я не понял, это платный пляж, это все платные пляжи. Вот это... Виктория Бич. Лина, куда ты идешь? О! Друзья, что хотел еще вам рассказать. Итальянцы, они вот пенсионного возраста люди, они приходят на пляж и просто поболтать. У них они приносят свои зонтики, свои стулья. Могут собраться шумной компанией, посидеть что-то там, поболтать, потом уйти домой. Потом снова прийти, снова сидеть, болтать. А молодежи нету днем нигде. Молодежь вылезает только вечером. На мопедах, на мотороллерах, в общем, ездят по магазинам, тусуются. А вот старшее поколение вот сидит вот на пляже. Зонтиками и очень много загорелых, и все равно приходит просто полежать. За что я заметил. Красный флаг. Купаться нельзя, что ли?
Так, еще такой вид. Как я понял, платный пляж с лежаками вот за заборчиком. Ну шо, покидаем этот бесплатный пляж с бесплатным Wi-Fi. Вот. Идем прогуляемся еще. Немножко загорел, вот я. Лина нет. Не могла спокойно полежать. В море ходила по 3-4 раза. Вода теплая, я не знаю, сколько она градусов. Но точно теплее, чем в Балтийском море. Еще раз покажу итальянский пляж. Платный, видимо, этого вот отеля. Никого нету. Сегодня погода плохая, ветер. На море красный флаг. Никто не купается. Прикольно, тут везде интернет. Вдоль всего побережья интернет бесплатный. Даже с пароля не надо никакого вводить. Вот. Все говорю, испанцы, итальянцы играют, молодежь. Все, погода испортилась. 6 часов вечера уже, но 26 градусов сейчас. Так, 12 евро. А что 12 евро? Не знаю, это может все... Это все по 12 евро. Но. Ресторан Да Марио. Да. Вон Лина 6 раз у нее купалась и весь загар смыла. Еще сейчас такой прикол скажу, вот мы скоро уедем, и все, здесь погода испортится, будут дожди, и вот такое небо будет в таких тучах в Италии. А про Северную Италию я вообще помолчу, там сейчас вообще холодно, ночью тоже, тем более. А я уже рассказывал. Я назвал, не рассказывал, говорю. О, ребята, это, знаете, что это? Чё это? Пенигумядис. Денежное дерево. Да. Ну, Рим-то? Ну, Рим-то. Как я уже говорил, мы стали путать Францию с Италией, потому что возят туда-сюда. Сейчас сегодня вообще Испанию вспоминали. Вот такой аппарат. Хотел сказать, снова в Испании. В Италию. Ну, вот молодежь едет. Вот. И по ночам тоже так ездит. Ребята, это знаете, что такое? Там ученицы едут. Ученицы. На права, которые сдают, сзади вот машина, и инструктор вышел и вот на меня посмотрел. Лина в своем репертуаре. Чтобы денежное дерево у вас росло, нужно своровать веточку и посадить. Потому что если вы его купите, оно у вас не будет расти. Тут вот итальянцы живут в таких домах. И цветущие деревья юки. Cycling Riviera. Вообще бардак тут вот.
мусора много, вот такой асфальт везде европейский. Ну закрыли тут это все. Что это такое было вообще? Тас, Карифурос. Ну шо? Не пропустил, дедуля. Карифурос, ну шо? А вот автобус едет. Андора написано, друзья. Это не та Андора с двумя Р. Это город Андора, обычный город в Италии, а не курорт Андорра. Все пути ведут в Карифур, супермаркет. Нет, это центр. Вот автобус в Сан-Ремо едет. А сколько стоит это, я даже не знаю. И женщина сейчас там, пенсионерка, машину оставила, и ее на площадке вот так вот, а ее крайняя машина заставила, она не может выехать. Пошла, попросила через дорогу мотоциклиста, он сел в ее машину, эту маленькую, и так вот такие стружки, короче, выехал. Ну, горей, эйном. Тут, кроме вот официальных этих магазинов, другие могут закрыться, когда им вздумается. Ну, когда хотят, тогда и закрываются. Потом опять открываются, короче. Сиеста называется, да? Все, идем до дома, до хаты. Сейчас еще покажу, как еще вот они живут. Какие дома. Вот там этот парк. Вечером все итальянцы приходят с детьми. Вот на скамейке сидят, играют во что-то. О, финиковая пальма. Круто. Вон Лина уже устала за день. Надышалась. Накупалась. А еще заметил, что итальянки любят по вечерам гладить. Там, где вот нечаянно окна, жалюзи подняты, то видно, что итальянка с утюгом стоит, что-то гладит. И еще любят они одежду вывешивать на балконе. Ну, о, это алоэ, что ли? Это краб. Краб. О, вечером солнце вылезло. Не. Да, ну. Так, ну что? О, мне тут нравится. Вот, ребята, смотрите, как в Испании машины не пропускают. А, ну вот. Первая не пропустила машина. Ну. Ну это мебельный магазин рядом был. Да, давай любую ерунду снимать, да. Вот вечером сейчас 7 часов, солнце снова, тучи ушли. Вылезло солнце, я сейчас иду, и мне вот шею печет. Но. А, ну, Лина говорит, машина крутая, кстати, вот это вот, ну, все.
Ай, Лена, идем внутренний двор снимем. Идем внутренний двор снимем, там этот рыжий кот есть. Шутит. Я смотрю, что на меня все итальянцы смотрят. Мне, ну, наши сказали, что я загорел. Так. Это площадка нашего отеля. Вон наш балкон на третьем этаже. Вот этот. Вот он. Так, где кот рыжий? Вот. Ребята, не рыжий, конечно. Ну, кисюня. Еще вот еще один. Ну, мадама. Ой, не, не мадама. Сеньорита. Там еще Порше. Покажу. Ну. Ну, вот, на друску. Эй, клифта, из квес. Это столовая, это вход такой. Регистратура. С дроном ни одного видео не будет. Тут такие люди, что полицию могут вызвать, потом объяснять им. До новых встреч. Еще где-то сниму другие места. Завтра рано утром. Завтра в 5 утра мы отсюда сматываемся. Вчера супермаркет снимали, а сегодня пляж, море. Вот. Так что я никого не обманул. А какое море, я просто не сказал. До новых встреч. Скамбина, Варпей. Вискас, не. Италиус гимнос. Thank you.